Всем привет! Сегодня в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, из каких узлов и комплектующих состоит электропривод Python. Привод упакован в прямоугольную коробку из плотного картона. Открываем и смотрим. В состав каждого комплекта привода Python обязательно входит подробное руководство по эксплуатации привода. Давайте посмотрим, что еще входит. Отдельным блоком я положил комплект жгутов. Он состоит из 5 единиц, которые необходимы для подключения самого привода, дверного доводчика, привода замка двери и других элементов привода. Вот они здесь у нас находятся, эти жгуты. Идем дальше. Это задний ролик привода. Здесь перед нами дверной доводчик, который устанавливается вместо штатной дверной скобы. Вот такой вот комплект. Концевики дверной ручки, для того, чтобы можно было управлять приводом от ручек двери. Набор метизов привода и переднего ролика. Пальцы каретки с роликами в комплекте идут, привод замка двери и метизный пакет для крепежа привода замка двери. Перед нами сам электропривод Python. Вот так он выглядит. Благодаря единой конструкции видеомоноблока, объединяющего в себе кронштейн крепления, моторедуктор, контроллер и передний ролик, значительно сокращается время и трудоемкость установки привода на автомобиль. Управляется привод Python при помощи вот такой эргономичной кнопки, которая обладает индикацией режима работы и устанавливается на панель приборов. Также хочу отметить, что есть возможность подключения привода к штатной кнопке управления дверью. Как отдельная дополнительная опция, есть возможность управления приводом не только при помощи кнопки, а также при помощи пульта дистанционного управления. Как мы увидели, в состав комплекта привода Python входит все необходимое для функционирования привода на автомобиле. У привода Python богатая комплектация, широкий набор функций и есть поистине уникальная возможность установки его как на длиннобазные версии автомобиля, так и на короткобазные. Требуйте привод Python в дилерских центрах и отделе продаж компании Adore. Всем спасибо за внимание, всем пока!